Это цифры, которые говорят о многом. Более 143 тысяч человек подписали петицию против промышленного отстрела байкальской нерпы. С такой инициативой выступили сразу несколько ведомств. Аргументов к возврату охоты на эндемика масса. Но одно дело доводы специалистов, а совсем другое мнение общественности. Конечно, никакой юридической силы интернет-петиция не имеет, а вот привлечь к себе внимание властей вполне может.